Я думаю, что парковки нужны, но здесь две вещи. Во-первых, они должна быть разумная плата. Во-вторых, эти парковки должны поступать, доход от этих парковок должен поступать в городскую казну на улучшение дорожного движения. То есть это должно все-таки целевой взнос такой. И чтобы содержание этих парковок составляло очень незначительную часть от доходов от них. Если это не так, то нет смысла во всех этих парковках, потому что дороги у нас очень плохие, к сожалению. И нужны огромные инвестиции, денег не хватает, дороги нужно убирать, нужно, чтобы они были чистыми, чтобы люки были все эти закрыты. Вы понимаете, какие проблемы. Поэтому парковки должны быть источником денег для ремонта дорог, для содержания дорог в хорошем состоянии, с одной стороны. И с другой стороны, они должны препятствовать неосновательным въездом в центр города. Должны быть разгрузочные парковки вне пределов Москвы, либо где-то до третьего кольца транспортного, что и планировалось, с удобным переходом на общественный транспорт, на метро, на электрички, на автобусы, троллейбусы, чтобы можно было перейти и воспользоваться общественным транспортом. Кстати, это опыт ведь всего мира, поэтому здесь ничего нового нет. Повсеместно нарушалось требование строительства приточной застройки, строительства подземных паркингов под домами. И очень часто машины новых жильцов новых домов, они стоят на улице. Вот я бы здесь тоже вернулся к тому вопросу, к застройщикам, посмотреть, кто там строил, как, насколько это возможно, конечно. Но платные парковки должны быть.